Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy Tab S7 Plus перейти в тестовый режим. Для этого, что нам нужно сделать, это открыть приложение телефона, открыть на нем клавиатуру и вписать секретный код 　 0 　 и таким образом мы можем попасть в тестовый режим. Здесь мы можем потестировать разные функции нашего планшета, такие как, к примеру, можем тестировать цвета, как они у нас отображаются, можем тестировать динамик. Как много у нас динамиков. Ну, можем тестировать кнопочки, можем тестировать сенсор здесь, тачскрин. Во всех ли областях экрана у нас работает он? Примерно таким образом. Оп. Ну и все остальные функции из данного списка. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.